Так, всем доброго дня. У меня доброе утро. И вводим новую привычку, так как прыжки по 100 раз я уже ввела. Что еще я прекрасного такого для себя? Умываться вечером. Я умываюсь. Правда, что-то последнее, смотрите. Вот. Но это прям первый раз за 2 месяца. Вот. Рекрутирую, кстати. Работаю. Убирать будем второй подбородок. Все-таки он немного, да, вот тут вот есть. Хочется лучше контур. 100 раз делаем полотенцем. Я его предварительно намочила. Вот так вот скрутила. Ух! Интересно, да когда не делаешь, сначала вроде кажется просто, когда смотришь. Вот, в общем, вот так будем начинать свое утро. А еще в соляном растворе можно намочить полотенце, будет эффект лучше. Ну, пока хотя бы просто начать, да, делать. Вот, 100 раз. Лоб, на самом деле, вот эти, правда, вот эти морщинки стали намного меньше. Я так рада, он блестящий такой стал, класс. Как будто он наполировали. В общем, все работает, если работать, представляете вообще? И просыпаться я когда-нибудь научусь, не в 12. Ну вот я пока себя за это вообще никак, у меня не настроена даже. Учить себя просыпаться не настроена. Эссенция. Представляете? А у меня нету больше. Заказывается. Срочно, как же без нее, вообще без нее. Нереально. Вот еще надо теперь найти упражнение вот сюда и вот сюда. Все. Вообще, будем теперь молодеть. Женщина до 35 лет взрослеет, а после 35 лет молодеет. Ну, придумала, да? Так что, девочки, девочки. Представляете? Скоро. Мы все будем выглядеть на 20. Ведьму, ведьму. Это гель-скульптор был для кожи. Так. Ну и, конечно, сыворотка. Тоже заканчивается, но эти у меня есть в запасе. Капец. Экологин, кстати, в таком формате последний раз в каталоге. Поэтому на него там сейчас скидки идут классно. Так. Да. Вообще, смотрите, гель для кожи этот. Крем для кожи вокруг глаз. Раз-раз. Но состояние кожи, какое состояние кожи, все равно вот взять, да, там эти прыщички вылезли, беспонтовые, но какое состояние кожи на самом деле стало после того, как я начала умываться каждый вечер, да, вроде думаешь, ну ладно, утром, там утром, 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 и в итоге там вечером не идешь, не умываешься. Я поняла свою прям ошибку, реально поняла. То есть, когда я начала себя прям заставлять, я месяц позаставляла, я увидела сразу разницу, насколько проще утром умыться стало.
Насколько кожа стала другая, она стала более такая, какая-то светится. Вот, поэтому обязательно. Вот, ну и теперь будем полотенчиком тебе хлопать, посмотрим результат. Да? Все, всем хорошего дня.